Итак, привет. Вот это типичный парк «Воскресенье». Люди снимают вот такие вот беседки. Можно заранее бронировать, можно просто прийти и взять себе место. Так люди празднуют дни рождения, просто собираются вместе. А вот впереди вы видите такая беседка. Это собралась этническая группа вместе. Там достаточно много людей, человек 100, наверное, если не больше. Вот, это люди из восточного Туркестана. Вот, сейчас это часть Китая. Вон там площадочка такая, дети гуляют. Ниже там река, уточки и так далее, и так далее. Вот, ой, это мы проходим здесь футбольное поле, поэтому мы немножко дальше двинемся быстрее. Итак, вот, люди празднуют, встречаются все вместе, будут тут национальные песни, танцы. Сейчас, вот, я поговорила с людьми, которые здесь собрались. Итак, вот, я хотела сказать, что это Восточный Туркестан, но сейчас это область занята Китаем, и они как бы горюют по этому поводу. Сейчас их регион называется Сэньчжа. Вот. И это как бы люди, которые именно в Аделаиде. Кто-то переехал лет 30 назад, кто-то совсем недавно. Вот такой вот парк. И просто как пример единства этнических групп. Come on, Arka! Come on! Pull it! Do it for you! И снова девчата выиграли. There must be 20 of them. Які в нас хороші, славні дівчата. Другий раз поспіль вже виграли. I wish I got that recorded. Познімаємо трохи. Тут грали у футбол наші хлопці. Тут у нас такі гарні пригостини. Кожен приніс такі play to share. Так. І тут у нас починаються різні ігри і забави. Спочатку канат, перетягання канату. Мабуть, зараз буде третій раз. Давайте зараз третій раз. Хто ж переможе? Знову дівчата, ну, це вже очікувана перемога.